шестого трека отойдите, пожалуйста, потому что лед непредсказуемый, может куда-нибудь и отлететь. Без изменений, лёд ровный, скользкий, гладкий, и он несёт удачу к ним. Внимание, дорогие друзья, борьба между первыми двумя гонщиками, они между двумя внутренними. Но это всего лишь пока что, дорогие друзья, своему финал. Дмитрий Колтаков. И стартовый номер 8, белый, желтый наследник город Тольятти, Евгений Сайдулин. И вот, дорогие друзья, его есть! Он захватывает лидерство в этой гонке, но на поступах к нему, дорогие друзья, спортсмен из Красноярска, стартовый номер 11, Маслов Александр. И желтый нашлемник, стартовый номер 12, Олений Юрий, город Шадринск. Дорогие друзья, старт! Юрий Олений, желтый нашлемник, по пятам, атакует, атакует. Продолжается у нас на спортсмена, на лидирующего спортсмена, на Ивана Кузьмина. Не отстает, не отстает.
Вам претендует еще один игра. Финал. Итак, дорогие друзья, 4 первых заезда позади, а очки в четвертом распределились следующим образом. Константин Коленкин, город Шадринск. Ну что, дорогие друзья, мы готовы принять старт 5-го заезда. Внимание, фабрику! Хочет занять лидирующую позицию. Спортсмен из Барнаула покидает ледовый трек. Соответственно, 3 гонщика. Трайгулин Игорь лидирует, за ним преследует его, финиширует Константин Коленкин. Рукает тройку Дмитрий Боровик. Акумбаев Рустам, кандидат мастера спорта из города Шадринска. Дорогие друзья, давайте поприветствуем и поддержим Рустама. Время Шадринска на новом треке, ему предстоит бороться гостями из города Шадринска. Красный наслед. Акумбаев Рустам. Старший положился и первый. Но ему Рустам Акумбаев навязывает. Ну смотрите, как бы ему не нужно какое-то время. И очень хорошо знает, что такое Шадринский лед. Акумбаев Рустам. Как мы видим, дорогие друзья, спортсмены не нашли никаких кандидатов мастера спорта. Фужин Иван. Борьба между двумя лидирующими гонщиками. В каждом повороте, посмотрите, что творится, пытается спортсмены не было атаковать. Дорогие друзья, результаты. Сергей Караченцев. Итак, все готово для начала. Седьмого заезда, дорогие друзья. Лидером на первом круге. И второй поворот первого круга. Комиссы. Давай, контакт. А это добавляет длинности наши с вами полки. Но, дорогие друзья, благодарим за партнерство. Все было прекрасно. Спортсмены борются за выход вперед чемпионата России, который состоится в январе. Дмитрий Хамитович, старый подарок. Дорогие друзья, вот он финиш четвертого участника. Ну что, дорогие друзья, лидируйте сами. Караченцев Сергей, город Уфа, 3 очка. Дмитрий, расположились на старте и готовы уже стартовать. Друзья, дорогие друзья, и, дорогие друзья, вот он старт, 8-го заезда.
Идущего третьим Евгения Сергуля. Дорогие друзья, итоги. На четвертом кругу, уважаемые зрители, ждем этой борьбы на ледовом треке. Ну что, шабельцы, как настроение? Лидерство, но упустил. Теперь на середине. Евгений Шаров. На заднем колесе практически вести. Лига Сайдулин из Самары. Красный нашлемник Юрий Олейник, кандидат мастера спорта, и в желтом нашлемнике Сергей Горячинцев, лидер по итогам игры, поедет в резерв-то. Ну что мы видим, что мы видим. Захватывает лидерство в этом заезде. У него на заднем колесе висит 61. Ну что, а среди лидирующих гонщиков у нас намечается гонщик борьба. Третий стартовая дорожка. Красный наследник Сайдулин Евгений и Евгений Боротовья. Синий наследник Максимов Евгений из Барбара. Друзья, все внимание на ледовый трек. И мы видим, что между тремя спортсменами у нас Андрей Густавович, и вот они, дорогие друзья, спортсмены,
Кирова. Дорогие друзья, Константин Коленкин стартует с первой дорожки. Далее, вторая стартовая дорожка. Дмитрий Колпаков. Я думаю, на этих спортсменов стоит обратить внимание. Вновь и вновь захватывает лидерство Колтаков. Но остальные спортсмены больше не хотят увидеться в силу. А Колтаков тем временем отрывается. Смотрите, что творит Дмитрий. Уверенно лидирует Дмитрий Колтаков. А следующий оппонентов. Олимпиада очень упорный день. Берутся за второе и третье место. Друзья, маленькие. И оставались на колесах. Ну что, Колпаков Черешнева, победа, красиво. Константин Коленкин, 1 очко Кужин Иван и 0 баллов, к сожалению, Артем Акулов. Ну что, дорогие друзья, третья на лидовом треке распределяется таким образом. Дмитрий
Минский гонщик пока третий в этом заезде Дмитрий Бородин. И четвертый, дорогие друзья, Виктор Ярославцев. Каменский гонщик Иван Кужин. Третьим в этом заезде финишировал народ международного класса Дмитрий Попаков, город Уфа. И четвертая дорожка, желтый наш ленинг, стартовый номер 15, а мастер спорта международного класса Сергей Караченцев, город Уфа. Заезд. Вот мы видим, к сожалению, неожиданности публики Евгений Шаров, Каменский гонщик, ребят, мастера спорта, опережают именинника. Ну а сейчас, ребята, немножко нажал на гашеточку, но Колпаков творил чудеса в прошлом октябре на Суперлиге. Ну что ж, вот это вот серия, вот это интерес, дорогие друзья. Давайте немножечко отдохнем, сбавим пыл, погреемся, пообщаемся с коллегами. И буквально через мир, наверное, по очкам в этом заезде Сергей Караченцев. И в его активе 11 очков, мастер спорта международного класса из города Уфа. Два брата Сайдулины и Иван Кужин. Это был старт этого заезда. Все внимание на него. Судя по результатам, показывает Караченцев в этой гонке. Посмотрим, что же принесет этот заезд. В этой позиции Евгений Сайдулин. Пока третий его заметает эту тройку. Четверку Иван Кужин, Каменск-Уральский гонщик. Но еще ничего не ясно, дорогие друзья. Все внимание на него. Караченцев по-прежнему лидирует. Позиции брата. Пока он третий, и до сих пор, дорогие друзья, Иван Кужин четвертый в этом заезде. Спортсмены уходят на очередной круг. Завершающий круг. Готовимся принимать финиш 17-го заезда. Сергей Караченцев, Евгений Сайдулин, Игорь Сайдулин и Иван Кужин. Таким образом, дорогие друзья, Караченцев пропускает свою копилочку. 3 очка, Евгений Сайдулин 2, Игорь Сайдулин 1 очко. И, к сожалению, без результата в этом заезде стартовый номер 10, Иван Кужин. Вот и заезд. Итак, дорогие друзья, все внимание на рядовый трек. Евгений Максимов, Василий Несытый, Артем Асумов и Виктор Ярославцев. Дорогие друзья, не палатки со старта. Максима, я так понимаю, молодой гонщик. Давайте не будем снимать его со счетов. У Евгения еще все впереди, но все время лидировал в этом заезде стартовый номер 2. Мастер Василий Несытый. На второй позиции шабинский гонщик Артем Акулов. Третий в этом заезде Виктор Ярославцев. Ну что ж, Несытых по-прежнему уверенно лидирует. Есть еще метры дистанции. Артем Акулов, Шадринск тебя просит, подожди. И вот выход из ножа пытался Акулов чуть-чуть нажать на гашетку, приблизиться
восход с дистанции у стартового номера 9 Евгения Максимова. Таким образом, дорогие друзья, мастер спорта международного класса, город Каменск-Уральский и город Шадринск всегда были городами побратимами, поэтому Каменск, мы вас приветствуем! Закладывает лидерство в этом заезде на второй позиции. Евгений Шаров и Каменск-Уральский пошел. Литковые спидвей, дорогие друзья, это такой вид спорта, где важно все мастерство, вдохновение. Кто-то, может быть, пропустил, но я так не думаю. Каждый пару кончиком важен, и поэтому уважаемые победителя этого заезда. Евгений Шаров, молодец! Одним словом, молодец! Во второй позиции Комиценич, третий в этом заезде, дорогие друзья, стартовый номер 13, Константин Каменкин. Таким образом, Евгений Шаров, стартовый номер 6, опускает свою копилочку 3 очка, Дмитрий Комиценич 2 и Костя Каленкин 1 очко. Важны эмоции публики. Я понимаю, что обе трибуны болеют за Колтакова, но, друзья, не зря. Хотя в этом заезде принимают участие и шадринские гонщики, но все-таки Кима очень знакомый и родной гонщик. Показывает просто прекраснейшие результаты. И вот гонка началась. Дмитрий Колпаков уверенно возглавляет это заезд на вторую позицию. Шадринский гонщик Шадринска на третьей позиции. И пока четвертый Александр Маслов. Ну что ж, посмотрим, дорогие друзья, Колпаков оторвался. Оторвался буквально на 4. Может быть, не хватает опыта, может быть, не хватает смелости, но не могут они достать опыт у шалагонщика, а мастера спорта международного класса Дмитрия Колтакова. Ну что, дорогие друзья, Дмитрий Колтаков выпускает свою копилочку 3 очка, Рустам Акунбаев 2 очка, 1 очко достается Дмитрию Бородину и, к сожалению, без результата в этом заезде стартовый номер 11 Александр Маслов. Ну что, дорогие друзья, уважаемые...